And this Ukrainian anti-air drill is spectacular. Шляхом евакуації і тим, що ворог наразі робить, він збирається прикриватися нашим цивільним населенням як живим щитом та чинити провокацію. Another batch of captured Russians in Lugansk. І громче. Точно? Що носить уже? Да. Що? Упав? Що сюди прийшли? Ну, громче говорите, что сюда пришли? Мобилизовали. Мобилизовали? Откуда вы? Какой? Блядь, вы же, блядь, украинцы, вы воюете против, блядь, своего же народа, ёб твою мать. Нахуя, спрашиваю? Нахуй эта война? Ну вот сейчас вы сидите и говорите, вам не надо. Конечно, вам не надо. Ну и тогда не надо. А, блядь, нахуя вот это все? Я бы сидел бы лучше сейчас дома, блядь, со своей. И вы бы сидели бы дома, нахуй, и не дрожали бы здесь сейчас. I'm detecting a common theme among Russian public figures and propagandists. They are basically publicly admitting it's over for Russia. Началось не на фронте, хотя там бои не прекращаются, не утихают, а началось на нашей с вами территории. Это констатация факта, здесь не нужно впадать в истерику, в панику, биться головой о стену и так далее. Это нужно принять уже как данность, понимая, что против нас воюет весь блок НАТО. Но нам от этого, как говорится, не легче, однако я не вижу повода для паники. После вчерашнего теракта в отношении Захара Прилепина наблюдалась определенная истерика у некоторых товарищей. Украина, конечно, тут же сразу вывесила списки. Списки тех, кто, по их мнению, подлежит ликвидации. Сейчас эти списки колоссальные. В какой-то момент, не удивляйтесь, да, в нем окажемся мы все. Вот просто все. Независимо от того, какие у нас взгляды, какие политические пристрастия, да чем мы занимаемся, одобряем, не одобряем мы СВО, поддерживаем, не поддерживаем Путина. Они в той или иной степени, да, вот витиевато, но весьма недвусмысленно давали понять, что хорошие русские – это мертвые русские. Вот и все. Поэтому никто жалеть нас с вами не будет. И никто плакать по нам не будет. И никто экстренного заседания там в Совбезе ООН или в парламентской ассамблее Совета Европы или еще где бы то ни было созывать не будет. Ведь вы сами виноваты. Вот вы и сами виноваты, русские. Вы сами виноваты в том, что вас убивают. Потому что вы такие сяки напали на маленьких, несчастных, бедных украинцев. Вот и все. Так что, дорогие друзья, спасение утопающих, как говорил Остап Бендер, делал рук самих утопающих. And Russian oligarch Andrei Kovalev is even better. It's not the special military operation. It's a horrific war. Началось. Хорошо. А потом пошло как-то не так, как предполагалось. Вы помните наше отступление, разгромленные колонны, которые шли без сопровождения, без разведки. Добивали раненых. Потом весь мир пришел на помощь Украине. Это вообще кто-то прогнозировал? Анализировал, предполагал. И оказалось, что мы имеем дело не вот с тем слабым государством, каким оно было в 2014 году, когда мы взяли Крым без всякого, без единого выстрела. Я, наверное, вместе с вами смеялся, когда вот их, той войны, КамАЗы, какие-то заваренные железом, что-то какие-то там непонятные пушки, там, что-то странное. Сейчас, кстати, это мне командиры говорят, это даже украинское вооружение, не западное, это отличные бронетранспортеры. Так вот, оказалось, что мы столкнулись с высоко организованным государством, не разбор шатани, а высоко организованным государством, с великолепными вооруженными современными силами. И народ, сплоченный, отмобилизованный, люто нас ненавидит. Упаси Господь, Россию проиграет. Вырежут всех в ноль. Волынская резня, почитайте Википедию, детский сад, окажется. Вырежут в ноль всех. И тех, кто против Путина, и кто за Путина, всех вырежут в ноль. Бомбят без перерыва. По аэродрому стратегической авиации наносят удары. По два состава в день пускают под откос. Крейсер «Москва», я всю ночь не спал, говорил. В прямом эфире, говорю, что, ребята, это же крейсер «Москва».
Его не смогут никогда потопить. Вы что? Это невозможно. Потопить. Москва. Крымский мост заперт. Оставили Херсон. По Кремлю ударные риски. Все мы в зоне опасности, в зоне риска. А если начнется массовый террор, собрали заложников. Это не специальная военная операция, это страшная война. Против нас весь мир. 122 страны проголосовало за признание нас агрессором. А где наши дипломаты? Где наше Министерство иностранных дел? Какие это дипломаты? Это щенки обоссанные. Обоссанные щенки. Ну, падает все. Будущее? Где оно? Какие проекты? Какие планы? Обидно? Нет, скажу честно, обидно. While their comrades are killing children in Ukraine, this Russians in Frankfurt, Germany, are dancing to Russian music, proudly with a flag. Well, as they say themselves, they want peace, and their compatriots involuntarily go to war. It's a free country, I know, but imagine members of German Nazi Party dancing in London in 1941.